чтобы ликвидировать последствия катастрофы в начале обороны Москвы, происшедшей в результате просчетов в оценке сил вражеских группировок и ошибок в определении направления главного удара. Цену этому знают погибшие. Их жизнь и была тогда противопоставлена немецким танкам, орудиям, самолетам. Скрывать это так же нелепо, как умалчивать и о том, что в это время Сталин еще плохо разбирался в вопросах стратегии и не мог принять решений, которые бы соответствовали остроте ситуации.